На своих позициях у Гомеля подвели выники работы сфер спорту и туризму Гомельской области у 2019-м, а так само окреслили планы на Олимпийский 2020-й. У посяжении коллегии Галинового управления принял удел наместник министра спорту и туризму Александр Барауля. Подробности далее. Деловый, спортивный, исторический, медицинский, экологичный туризм. Пропановы для замежных туристов в Гомельской области довольно разностайные. Зробленные за прошлые годы у этой сферы позволяют уверенно глядеть в будущее. План на 2019 год перевыполнен. При прогнозе больше за 15,5 миллионов рублей, по факту на 2 миллиона больше. Показатель, конечно, очень большой, но нам есть над чем работать. Сделано уже очень многое. И в этом году будут определенные подвижки, уже есть наработки. Исторические объекты очень сейчас большой вкладывается в финансирование. Потому что мы должны это не просто иметь, мы должны это уметь показать. Вот, и уметь представить, а это не просто картинка, это и сервис, и уровень обслуживания. А уровень обслуживания складывается уже с того персонала, который там работает. И для этого тоже очень много делается. У сферы спорту Гомельская область в последние годы не покидает лидирующих позиций. Хотя подчас коллегии не раз отзначается, можно и лепш. Другие европейские гульни, чемпионаты и першинства света и Европы. С престижных международных стартов наши атлеты у 2019-м привезли 167 медалей. У 2018-м было на 30 меньше. 111 узнагород завоеваны у олимпийских видах спорту. Это другие показчик Украине. Напереди только столица. На таким же узровне выступает и резерв. Напередодні олімпійських гульняв такі лічби обнадіюють. На сьогоднішній день у нас 11 ліцензій, обгоняють нас, ми завжди знаходимося, спортсмени, вони завжди знаходяться в боротьбі, обгоняють нас в цьому тільки міст Мінськ. Розраховуємо ліцензії десь на 15, ну і обов'язково розраховуємо десь, ну не буду загадувати, але олімпійські медалі у нас будуть точно. Ближайшая и самая главная задача для спортивной сферы у всей краины – створение сприяльных умов для подрыхтовки спортсменов до гульня у Токио. Каждый на своем уровне должен приложить максимум усилий для того, чтобы создать благоприятные условия для подготовки спортсменов, для условий их жизни, то есть создать все необходимые условия, чтобы они чувством выполнили свой долг, скажем так, спортивный, и достигли, помочь им достичь этих высоких результатов. Не только спорт высоких достижений. Физической культурой у той или иной формы занимается маль 400 тысяч жихаров в области. Спортообъекты загружены в среднем на 95%. По этому показчику наш регион так само у лику лидеров. Крытый футбольный манеж и лыжероллерная трасса у Гомеля пополнили спортивную базу 2019-м. У 2020-м появится еще шерох объектов. Сярод буйнейших спортивный комплекс в училище Олимпийского резерва в центральном районе областного центра, а так само бассейн у Новобелице. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».